совсем закончилась вода. А как это? Как это так? О, моя рыбка! Она! Мама, расскажи мне, пожалуйста, сказку. Не могу, Дианочка, я собираюсь в магазин. Ого, мама, а почему ты в какой-то штуке на лице? У тебя что, там выскочил прыщик? Нет, Дианочка, не прыщик. Просто рекомендовано всем выходить на улицу именно в масках. Ну вот, будем соблюдать требования. Ух ты, мама, а если я захочу гулять, мне тоже что ли маску одевать? А у меня есть маска? Мама, я тоже хочу маску одеть. Хорошо, Дианочка, держи. Хочешь, поиграй. А книжку почитать попроси Макса или Катю, а я пошла. Хорошо, мам, а я побегу маску одевать. И Катя или Максу надо едать. Книжку мне кто-нибудь почитает сегодня, а? Макс, я пошла в магазин, тебе что-нибудь купить, а? Кстати, когда ты последний раз менял воду в аквариуме? Мне так жалко твоих рыб. Может, я поставлю аквариум к себе в комнату? А? Аквариум? Да я вчера, мам, воду менял, проверял, да, кормил, все нормально. А что у тебя на лице? А зачем тебе маска? Ты что, заболела? Нет, Макс, я не заболела, я просто пошла на улицу. Лучше в маске, чтобы вы у меня, бедненькие, не заболели. Точно, больничном с вами сидит 2 недели. А, понятно. Не, мам, мы не заболеем, мы же это, закаляемся. Рыбы, 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 рыбы. Рыбка, рыбка, как у тебя дела? Сейчас я принесу тебе водички. Там совсем закончилась вода. А как это? Как это так? О, моя рыбка! Она! Я забыл! Я совсем забыл воду добавлять! Она взяла и испарилась! Моя рыбка, прости меня! Я не хотел, я забыл! Рыбка, рыбка, что мне теперь с ней делать? Куда мне теперь ее, бедную, а? Вот так вот, вот так вот. Беда. Макс, Макс, почитай мне сказку, а? Дианка, ты-то что в маске? Тоже на улицу пошла? Не, я маму попросила дома поиграть. Макс, а ты чего плачешь? А? Что случилось, Макс? Эх, ничего, Дианка. Я загубил свою рыбку. Макс, ты что, так нельзя? Давай я попробую, может, вылечу ее я. Макс, ты что? Вот мама говорила, следить надо за своими питомцами. Если взяли, нужно кормить, убирать, смотреть, что все было, чтобы они не болели. И чтобы... Макс! Ой, как жалко рыбку, рыбку жалко. Катя, Катя, Макса нужно срочно чем-то отвлечь. У него горе, он не сумел рыбку свою сберечь. Ой, Дианочка, а... Что, все, нету рыбки у Макса? Дианочка, а ты что, заболела? Зачем тебе маска? Да не, Катя, я у мамы взяла поиграть. А рыбки, да, рыбки больше нет. Макс там плачет, лежит. Как нам его подбодрить, а? Макс, Макс, не плачь, Макс, ну не расстраивайся. Купишь себе новую рыбку и уже никогда-никогда не забудешь за ней поухаживать. Точно, Макс, давай мы с Катей тебе поможем. Пойдемте, сходим, выберем еще рыбку. И будет у тебя аквариум опять. Катя, Дианка, отстаньте, уйдите, отстаньте от меня. Дети, я пришла. Где вы все? Почему такая тишина? Катя, Макс, помогите разобрать продукты. Куда все исчезли-то, а? О, Макс, что случилось? Катя, Диана, что у Макса за беда? Это вы его обидели, да? Не, мам, это не мы, это он сам себя обидел. Он за аквариумом не следил, и что там закончилась вода, не видел. Как закончилась, совсем? Высохла, Макс, да? Я же тебе говорила еще неделю назад. Воду доливай, испаряется. А ты мне что? Да-да-да. Ай, как жалко рыбку, а? Да уйдите у всех, хватит издеваться. И так плохо. Эх, Макс, Макс. Ладно, не стоит расстраиваться. Будешь в следующий раз умнее. Следить за своими питомцами. Ничего я не буду умнее. Нет у меня больше аквариума. Нету. И жили они долго и счастливо. Вот и сказочки конец. А кто слышал, молодец. Катя, еще сказку. Девочки, а где Макс? Он так и не выходил из своей комнаты? Не, мам, переживает еще. Эх, придется сходить в магазин еще. Нужно же как-то Макса спасать. Макс, Макс, ну вставай уже. У меня для тебя сюрприз. Не буду сдавать, не надо мне ничего. Макс, ну поверни голову, посмотри, что у меня есть. Смотри, с подсветкой, с фильтром. Такой большой. Ой, вот это да.
Макс, ну если тебе не надо, я поставлю к себе в комнату тогда, ладно? Не хочешь, как хочешь. Такой аквариум крутой, а он не хочет. Ну ладно, Макс, понесла тогда. А? Аквариум крутой? Где? Мама, это мне? Да? Какой крутой аквариум, огромный! Мне кажется, в нем вообще никогда не должна закончиться вода. Со светом и с фильтром. Ура! Мама, спасибо, спасибо, спасибо. Я все равно не забуду, правда, свою первую рыбку. Но у меня теперь есть опять аквариум. Я обещаю за ним следить, так как никогда. Мама, мама, давай зальем туда воду. Туда ведь нужна вода. А где рыбки, мама? А кто мне будет там плавать, а? Здорово, супер. Я мечтала всегда о таком крутецком аквариуме. Макс, рыбки вот там, пока в отдельной баночке с водой. Нужно подготовить аквариум, и потом мы их туда с помощью специального сачка переселим. Вот это сачок, а это корм. А вот это фон. Есть еще две дополнительные картинки для установки вот туда, сзади аквариума, чтобы была всегда красота. О, какие они красивые, да? Посмотрите! О, это как этот, как Дори и Немо. Точно, прикольно, мама, он, наверное, дорогущий, такой крутой. Фоны разные, сачок, корм. Этот огромный аквариум мой. Катя, Диана, идите сюда, будем новый аквариум заселять. Да-да, поторопитесь, рыбкам неудобно в такой и некомфортно маленькой баночке жить. Давайте, аквариум заполняйте, но ты должен мне пообещать, что ты будешь за ним следить. Или поставить к нам в зал. И самой за ним ухаживать, а? Не, мам, ты что, я сам буду ухаживать, честно-честно. Я не повторю больше своей ошибки, никогда. Как же это интересно. Катя, Диана, дойдите уже сюда. Я хочу заполнить этот аквариум водой и рыбками. И ухаживать за ним всегда-всегда. Макс, мама сказала, купила нам новый аквариум. Сачок, корм для рыб. Ух ты, что-то новенькое. Ой, а это что за картинки? А вот они рыбки. Дори и Немо будут у нас плавать теперь. Ого, здесь еще свет горит. А это, Макс, что за кнопочка такая? Ой, кто-то шумит. Катя, не ломай. Нужно включать с водой. Это фильтр так шумит. Он будет давать рыбкам кислород и чистить воду в аквариуме. Катя, отходи, несу воду для аквариума. Сейчас мы ее сюда зальем, а потом запустим рыбу. Макс, а давай еще вот этот задний фон возьмем с кораблем. Ладно, хорошо, уговорила. Так, рыбки, сейчас будет вам водичка. А я пока поставлю задний фон. Ну вот, почти готово. Ну что, рыбок заселяем? Сейчас выловлю их я. Так, Дори, иди сюда, я тебя поймаю. О, пойдем. Будешь жить у нас в бассейне теперь. Так. О, давай, заселяйся. Катя, смотри, она плывет. Она поплыла. Не волнуйся, Дори, ты не будешь одна. Сейчас я тебе друзей приведу. Так, поймаю Немо я. Ну иди, Немо, не бойся. Я тебя в крутой дом заселяю. Давай, иди сюда. Ха, сразу две. Это, наверное, Дори. А та ее мама или папа, или сестра. А это, смотрите, вместе с Немо. Они друзья. Так, поплыли. Во-во-во. Здорово. И морская звезда. Тоже туда. Ну что, рыбки, вам светло и тепло. Включаю еще фильтр. Какой огромный аквариум! Что я пропустила? Что не позвали меня, а? Рыбки! Дарья и Немо, здорово! А почему не у меня в комнате? Я тоже хочу такой аквариум! Здорово! Макс, только обещай за ним следить, чтобы с рыбками ничего не случилось. Нужно, кстати, их покормить. Точно, Дианка, покормить. Чуть не забыл. Макс, ты опять? Да не, я пошутил, Кать. Не забуду я их ни кормить, ни воду менять, ни в аквариуме прибирать. Мои рыбки... Макс, а можно я буду каждый день приходить смотреть, как они плавать? Макс, а можно я буду каждый день приходить смотреть, как они будут плавать, а? И тоже иногда кормить, ладно?
Ладно, хорошо. Ну что, ребята, вот такая история. У меня теперь новый аквариум. И за ним уж точно буду смотреть я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринулка ТВ и смотрите новые серии. Пока-пока. Кстати, наши подписчики, кто в комментариях все время пишет, что хотите видео про то, как мне или Кате, или Дионке ставят уколы, а? Эй, не надо нам уколов! Не надо! Пока-пока! Детский канал Даринулка ТВ представляет! Подпишись на канал Даринулка, смотри мультики с нами!